Climb was a bit better than the landing. Мы же не похожи на самоубийц. Мы же в шлемах, там, в ботинках разных суровых, обвешаны протекторами, парашютами запасными. Хотим полетать, выжить, получить удовольствие. Кому-то полет в таких условиях — это халява. А кому-то страшно, потому что облака рядом. Ну, в общем, кто готов летать, летает, кто не готов, либо не взлетает, либо быстро садится. У нас есть пилоты, которые, когда страшно, просто конфетку в рот закидывают, даже с фантиком, начинают сосать, и в этот момент как бы, ну, слегка страх отступает. Страха в полете практически не испытываю. Вообще страха не испытываю. Испытываю удовольствие, но и драйв определенный. Страх переводит человеческий организм как бы на ступеньку выше. Страх заставляет внимательнее относиться к тому, что ты делаешь. Он увеличивает силу у организма, он увеличивает внимание, увеличивает скорость реакции. Если страха нет, особенно если человек впадает в прелесть, ему кажется, что все хорошо, все замечательно, все прекрасно, он перестает прогнозировать свои действия. В результате попадает в те условия, из которых нет выхода. Страшное дело. Частично я с ним согласен, но не дает летать. Полет – это свобода. Но должна присутствовать и безопасность, поэтому я Пашу целиком поддерживаю. Пусть будет в ущерб моим планам и амбициям, но зато я вот перед вами стою целый, довольный, не пораненный ничем. Я думаю, что это хорошо. Страх полета на старте, ну, он всегда присутствует, ну, во время полета. Нельзя расслабляться, нужно всегда быть на чеку, чтобы успеть отработать крыло. Вот и все, в принципе. Так потихонечку привыкаешь к этому месту, страх проходит. То есть, когда влетываться начинаешь, да-да-да. У меня день на четвертый только начинается. Fine fly. Yeah, nice fly. I didn't take off in the clouds with everyone else. Yeah. Как только ты стал бояться больше, чем хотеть летать, то надо бросать полет. А все остальное, скажем так, какой-то кайф, ну, у каждого свой. А по безопасности я свое время бросил летать на дельтаплане, когда понял, что страх старта превышает удовольствие от полета. Страх вообще вещь очень хорошая.
если она, конечно, не сковывает движение пилота. Но с этими вещами абсолютно не согласен. Не страх. Опасения присутствуют. Возбуждение при старте присутствует. Что за удовольствие, если ты летаешь, и тебе все время страшно? Что за занятие, которым ты занимаешься, все время боишься? Ты не получаешь это удовольствие. Ты ломаешь себя, мучаешься, переживаешь там. Зачем ты это делаешь? Зачем мучиться вообще? Я не испытываю страх во время полета. Я, конечно, не испытывал много экстремальных ситуаций. Бился. Но я не испытывал чувства страха. Надо было что-то делать быстро, соображать, действовать. Страх был потом, когда ты упал и лежишь, и думаешь, сильно ты поломался или не очень. Вот это тогда, да. А во время полета нет, удовольствия. Когда ты стартуешь, у тебя адреналин, впрыскивается в кровь адреналин. То есть гормон бей-беги, гормон резкого изменения ситуации, опасности. Но когда ты взлетаешь, он очень быстро погорает, и начинается работать эндорфин. Эндорфины – гормоны удовольствия. Именно они заменяют адреналин. И вот ты летишь, тебе приятно, удовольствие. Наступает именно удовольствие полета. Именно химизм, сам реакция. Никакой это не страх во время полета. Не знаю, ребята, зачем вы летаете, если вы боитесь? Зачем это делать? Нет. Не должно быть страха у профессионала. И вообще человек чем-то занимается. Нельзя испытывать страх постоянно. Не согласен я с тобой. Хороший способ отлынивать от работы, летать. Ну, а если серьезно, не знаю, я так себе и не ответил на этот вопрос. Нравится?